Проблема в эффективности государственного управления обусловлена в первую очередь кадровой чехардой и искажением системы ценностей в обществе. Люди продвигаются по службе, исходя из принципа личной преданности и полезности для правящей группы лиц. У госслужащих закрепляется мысль: могу ли я продвинуться по службе, оказывая нужные услуги нужным людям? При этом выполнять или не выполнять свою работу – дело десятое. К сожалению, чиновники мотивированы угождать своему руководству, а не работать эффективно. Все это плодит бедность, именно вот этот подход, который сейчас существует у власти, у правящей группы, находящейся во власти. Этот подход плодит бедность, нищету и безработицу. Создает ситуацию, когда полстраны живет на ниже, чем 10 тысяч сомов, у которых все съедают тарифы. Расслоение по джинне увеличивается –